Приветствую всех, с вами Вамару, и у нас продолжение гачи на Джужицу Кайсен Зеро. Будем крутить Юта, вторая часть. Если вы смотрели первую часть, вы знаете, что там произошло, что выпало, что нет. И сейчас, я не знаю, возможно, это видео будет объединено, потому что здесь валюты намного меньше на двух серверах, нежели на одном том. Поэтому, возможно, сразу в одном видео снимем два сервера. Я-то думал, что будет три разных видео, но посмотрим, как будет. В общем, ребята, поддержите лайками, мы начинаем. Все, кто крутил Юту, пишите, с каких круток он вам выпал, как вам этот персонаж. И также, конечно же, используйте Friends Invite. Ух ты, сколько это давно не забрал награду. Еще на одну крутку набрал. Спасибо, кто играет, выполняет задание. Окей, вперед на гачу. Ну, с богом. Вашими лайками все дело пойдет. Но основное, на что стоит обратить внимание, если когда Итадори бьет, у него обычный удар, это значит ничего не выпадет, скорее всего. Что? Что это было? Это что, персонаж? Нормально. Жалко, что осколок. Боже. Я чуть не умер. Во-первых, что-то пошло не то. Что-то пошло не по плану. Я даже потерял мысль. Так, я немножко в шоке. Немножко мы отошли. Конечно, это не Юта, да. Но, блин, что-то эта гача странно себя ведет как-то. Когда оно, по идее, не должно ничего было выпасть, оно выпало. Ну ладно. Так вот, когда он бьет обычным ударом, по идее, не должно выпасть ничего СССРного. Когда он бьет кулаком в синей ауре, то шанс на СССР персонажа повыше. Если он бьет красной молнией, красно-черной молнии, тогда уже 100% СССР персонаж. Но если вы смотрели предыдущее видео, то вы увидели, что когда он выбил красным СССР, должен был выбить персонажа. Он выбил не персонажа, а пленку вонючую. Мне не нужны эти ваши пленки СССРные абсолютно. Мне нужен персонаж. О, банда. Нормальная банда. Ну, обычный удар опять, да? Нормально, нормально. Давай. Опять. Что происходит? Почему ты, когда ты обычный кулак используешь, у тебя СССР все выпадает? Но грех жаловаться, конечно. И то все равно пленки не ивентовые падают. Вы хотите, чтобы я долго фармил ивент? Я понял. Ну ладно. Я вас понял. Окей. Что тут у нас? 30 круток осталось. Наверное, еще 10 круток сделаю и пойду на другой сервер. Что-то игра услышала меня и сразу испугалась. Решила мне что-то подкрутить. Да нафиг мне ваши пленки! О боже. Она уже падала на другом сервере. Вот так, ну что? Ультимейт Микамару. Ну, классно, я рад за тебя. Я даже не знаю, что делать. Ладно, докручиваем. Нифига.
Позор. Опять позор. Но этот сервер уже не так сильно надо мной издевается, хотя почему? Тот сервер тоже мне выдал SSR персонажа. Там круток было сделано заметно больше, чем здесь. Это что-то с чем-то. Опять синий удар. И опять пленка. Кто придумал эту грёбаную гачу, а? В жопу. За директора спасибо. Но вот это все, это просто ужас. Что тут у нас? То до. Заимел дубль. Молодец. Хороший мужик. Дреть. А директор поднялся, так нормально. Может, даже будет сейчас обгонит Тоду, нет. Это ужас, это просто ужас. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, это просто капец. Капец? Так. Пишите, ребята, что выпало вам. Сэмпай-тачи. Вот тебе сэмпай-тачи. А я еще хотел выбить этих... Панду и Инумаки из Jujutsu Kaisen Zero. А впереди еще будет... Как его? Сугуру Гетто? О, ты че? Ты че, мать? Что с своими глазами сделал? Это никогда не была няшкой. Вроде бы. Маки. А, вами я так еще даже особо не пользовался, да? Ну да ладно. Это позор, это позор. Просто позор. Сколько я слил? Сколько я слил? 70 круток. Где? Где мой этот? Юта, ты где? Юта! Одуреть, просто одуреть. Просто шок. В общем, не знаю, ребята, на этом все. Будет все-таки отдельный ролик по третьему серверу, там вообще только 30 круток, по-моему. Но что поделать, не хочу я объединять видосы с серверами этими. Каждый видос, каждый сервер, по крайней мере с Ютой. Самый нормальный видос я не снял, там бы за 70 круток выпало 5 SSR персонажей, в том числе и Юта. Это просто, я сам не поверил, что такое вообще возможно. Но это произошло. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, обязательно комментируйте. Надеюсь, что вам повезло больше, чем мне. Всем пока. すぐに追い越すぞ。